дорогие наушники, продолжаем наши видеоуроки. И прежде чем мы рассмотрим еще один съем, еще один момент по съему предыдущего. Вы можете вписываться в плоскость таким образом. Вы можете поднимать ногу. Вот ножка поднимается. Да вот с этой стороны. Посмотрите, даже если низкий удар, я поднимаю. Видели, я поднимаю. Прежде чем передать, я ногой поднимаю, рукой поднимаю ногу. И здесь уже потом подхватываю. И теперь похожий съем. Но выполняется легче, проще. Вы просто делаете щит таким образом. Вторая рука фиксирует пах. То есть вы щит взяли, вот вы здесь его подхватили. Дальше такое же продолжение. Это один вариант. А другой вариант контратаки. После того, как вы сняли, вы атакуете ногу опорную. То есть вы атакуете не пах, а ногу. Посмотрите, вот вы сняли силу, а вот дальше нога вас идет. Можно руками атаковать, а можно пойти плечом на изгиб ногу. Ну, в принципе, я не буду сейчас показывать плечом. Вот вы сняли, вот он съем. А дальше подходим уже немножко к другому съему. И вам без разницы, да. Вы сняли, вот он щиты, вот он пах. И вам не обязательно брать запах во время тренировки. Вы взяли, берите за штанину, берите за пояс. Но самое главное, чтобы вы понимали, что куда идет ваша рука, что подлежит атаке вашей. Сняли, вот вы пришли. Дальше можете убирать и можете продолжать по-другому, в принципе, доработать. Это ваше право. Вот сейчас отработайте этот момент.